А для удельников туристического взлета студентская спякота отпочинок только распачался. Больше как 10 годов традиционное мероприемство собирая навученцев всех гомельских ВНУ. На урочистое открытие взлета завитала Ганна Каральчук. Три дні у далечині від города, їжа, приготована на вогнищі, життя у палатках. Час зміняється, але романтика туристичних зльотів по-ранішому притягує молодь. У 14-й раз «Стюжа» – це неофіційна назва фестивалю – собрала самих творчих і ініціативних. Тут, як ніде, відчувається студентське братерство. У той же час кожна команда настроєна на перемогу. В прошлом году ми зайняли перше місце общекомандне. В цьому году теж стараємося підтримати традицію. І, може бути, в цьому году теж у нас удасться выиграть. В этом году мы решили позаимствовать идею у первобытных людей и хотим сделать лагерь именно в этой тематике. И еще у нас добавился интересный очень конкурс, как мозгобойня, который пройдет во второй день, и мы очень надеемся там тоже победить. Думаю, что это очень интересно будет для молодежи. Форум собрал свыше сотни удельников, и что год жадающих долучиться до его множества. Але, каб трапить у команду, треба быть и креативным, и компанейским, и выдатным спортсменом, и навод добрым кухаром. Сядеть без справы молодым людям неколи. Насыщенная программа примушает постоянно быть активными. Полетев! Полетев! Спортивные споборництва, сярод яких волейбол, мини-футбол, перетягивание лины, узнятие гиры и полоса перешкод, изменяются конкурсом на лепшую визитовку команды. Так само жюри вызначит лепший палаточный лагерь и имя «Мисс Студентская спякота 2019». Многие ребята, которые первый раз приехали сегодня на туристический слет, а это уже показывает практика, так и есть, они на протяжении всей потом последующей жизни ездят на подобные мероприятия. Мы в этом году сделали интересную фишку нашего турслета. Мы подготовили для каждой команды своего цвета браслет. И я уверен, что мы заложим такую хорошую традицию. Каждый год будем обновлять подобные браслеты. И, возможно, через лет 10-15 уже будем встречать ветеранов туристических слетов вот по количеству самых этих браслетов. Штогод туристичний зльот проходить масово і масштабно. Йон об'єднує і згуртовує університети обласного центру. Але у першу чергу «Стюжа» була задумана як фестиваль здорового ладу життя. І цьому статусу цілком відповідає. Ганна Каральчук, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель» з Гомельського району.